Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандитки и бандиты, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. У нас 87-й день выживания. Я съел в прошлой серии 2 куска мяса, и наше здравомыслие упало ниже плинтуса. Насколько это было страшно, насколько это было интересно смотреть прошлым роликом. А у нас, друзья, новый ролик, и как обещал в начале ролика, я попробую съесть все человеческое мясо. О, дождь идет, а наш костер горит. Видишь, все потрясающе. Мясо у нас есть приготовленное, но я готов съесть сейчас человеческое мясо, все, что у меня есть в сумке. У меня там еще сырое мясо есть, но сейчас мы накушаемся. Все, энергии плюс 38 протеина, сушеное суши, съедено человеческое мясо, а здравомыслие мое ниже плинтуса не падает. Меня колбасит не по-детски. Но вроде, знаешь, что земцы вроде больше не приходят, да? Вот знаешь, ночью намного это страшнее, потому что неизвестно, кто там в кустах. Какие-то голеники, что ли? Но мы видели двух туземцев при галлюцинациях этих. Пока что я никого не вижу. Ну страшно, реально было страшно. Ну пока что нормально. Какие-то голоса есть, но в пределах нормы, знаешь. Ну не страшно. Ну окей, пока не очень страшновато. Я уже как-то привык, что ли. Так, у нас готовится нормальное мясо. У нас есть еще вторая сушилка. А пустая нужно обязательно сейчас накидать. Так, нужно поднимать нам жиры. Бананы. Пойдем за бананами. У нас скоро будет рассвет. Мы уже выспались. Все прекрасно, выспались. И мы готовы дальше выживать. 4 утра, меня колбасит. Так, хорошо, что нет крокодилов. Потому что если бы были крокодилы, я бы точно на него наступил. Потому что очень темно. Кстати, нужно сделать перевязку от яда. Потому что я бегаю, здесь пауки бывают. Так, 2 банана я взял. Колбасит как. Я пытаюсь, знаете, маленько помолчать, чтобы вы послушали эти голоса и вникли всю атмосферу этой игры. Насколько здесь атмосферно. Колбасит. Костей много. Можно готовить супчики из костей. Кстати, давненько не ел. Так, у нас много перьев. А стрел у меня 3 штуки, что ли? А есть короткие палки? А нету. Добыть. Сейчас мы сделаем стрелы. Добыть. Да, галлюцинации прут, конечно. Сейчас будет рассвет и будет гораздо проще. Потому что и видно будет, хотя бы, знаешь, издалека. Луна уже зашла. Мы сейчас забьемся в угол. Здесь забьемся. И я хочу сделать еще стрел. Потому что 3 стрелы это мало. Это очень мало. И перья как раз у нас есть.
Сейчас максимально сделаем. Сколько получается? Там еще 3 стрелы мы хотя бы сделаем. Это будет достаточно на первое время. Ох, колбасит меня. Не по-детски. Ох, колбасит меня. Так, рассвет я вижу. Сейчас мы доделаем наши стрелы. А у меня есть повязка хостом. Мне нужна повязка с табаком еще нужна повязка. Нужно табачок найти. Повязки у меня есть 5 штук. Это маловато, мне кажется. Я выживаю в джунглях. Это мало. При сражении, при опасных диких животных это мало. Реально маловато. Так, нужно длинные палки. Нужно это дело закончить. И, возможно, смогу здесь впендюрить костер в стенке. Так, я жду залу, потому что нужно обязательно у меня сейчас зал. А можно сделать печку? Ой, что это такое? У меня колбасит. А можно сделать... Нужно сделать печку. Там бывает много уголечков. Так, не то. А, не то, не то, не то. А, костер. Костер. Погоди, а где печечка? Печка. Печку, где мы ее впендюрим? Ой, тут ничего не вижу, кстати. Нужно определить место, где можно сделать кузнечное дело, чтобы сильно не мешалось. Так. О, вот здесь местечко хорошее. Сейчас дело все это вырубим, пока еще темно. Здравомыслие нужно поднимать, нужно есть нормальную пищу, а здоровую пищу есть. Находиться в близости огня и спать на кровати. А пока что нас будет колбасить. Да, сейчас дело мы поправим, друзья. Поправим обязательно. А неизвестные грибы какие-то валяются. Так, можно сделать тут-то. Да, местечко неплохое такое, знаешь. Место неплохое. Вот эту лесу можно убрать, по идее. Она не нужна здесь. Сейчас рассветет. Но не будет так ярко, понимаешь, потому что мы под кайфом. Мы под кайфом. Ой, сколько листвы, нужно выкинуть ее. А вот здесь у нас костерчик. А здесь мы накидаем. А меня колбасит. Где наши туземцы? Сейчас, знаешь, не понять. Либо галлюцинации будут, либо реально будут туземцы. Тогда самое прикольное будет, что... Давай-ка поставим. О, место есть, видишь, прикольно. Давай здесь поставим вот так. Вплотную. О, кирпичики. По одному нужно кирпичку. И как раз поставим здесь кузнечное дело. Вот таким макаром, да? Правильно? Правильно. Все, дело поставили. Так, мне нужна зала, мне нужны глиняные кирпичики. Пока у нас еще прогорает, чуть-чуть осталось. Слишком долго прогорает. Дождей бывает очень часто, и это реально здорово. Так, выпить, выпить, выпить. Выпиваем мы все. Туземцев я не вижу, но они бывают. Так, мне нужна зала, мне нужны кирпичи, реально проблема. Вот засада. Слушай, а сколько здесь получается залы у нас внутри? Кажется, 3 штучки, либо 2, либо 1, не помню. Я под кайфом, я ничего не помню. Мясо готовится еще. Кстати, у меня там приготовлено мясо уже было, да? Да, есть мясо. Сейчас мы накушаемся нормального мяса. Давай покушаем нормальной здоровой пищи. Она у нас подгоревшая, но... Знаешь, насрать, хотя бы такое. Съесть. О, протеин поднялся. Съесть. О, о. О, давай, ну давай, выходи из кайфа своего. Ну, хорошее. Грибов вроде бы я не ел. Подгорело. Ну, к черту подгорело. Не, не, смотри, меня не отпускает конкретно. Я вроде все хорошо поднял, но меня не отпускает вообще ни на капельке. Наверное, нужно просто спать. Нужно спокойно спать. В своей кровати. Жрать лягушек. Ну, по таким кайфам я даже не хочу бегать, знаешь, куда-то в джунгли, потому что и так опасно. Мне страшно. Солнышко не светит ярко меня, реально. А к черту, пойдем делать дальше наш дом, потому что нужно дальше строить. А что, мне места не хватает? Я не понял. В чем проблема? Давай выкинем перья, потому что мне не хватает места. Видишь как? Нужно найти табачок мне, кстати. Табачок мне нужен, обязательно. Так, пиявки мы сейчас уберем. Пиявки мне не нужны. Мне уже достаточно здравомыслия упало очень ниже. Ниже плинтуса уже нету. Так, пойдем рубить. Пойдем рубить деревья. Деревья. Мне нужно много деревьев. Мне нужны длинные палки. Вон туда нужны длинные палки. Можно сбегать в ту сторону. О, дерево вижу. Шишки есть? Шишки я не вижу.
А слушай, ради интереса, в принципе, можно избегать в джунгли. Да? Как думаешь? А вдруг в джунгли будет что-то интересное? Привидение какое-нибудь? Мы ж под кайфом. А ловушку нужно опустить. Ну-ка, брысь отсюда! Прикинь, ночью в джунглях вот по таким кайфам ходить. И где-то, знаешь, там вылезет туземец, там вылезет. Тебя просто будут окружать туземцы, и реально будет страшно. Это будет офигенно будет. Прям блокбастер, да? Гусениц? Нет гусениц. Опасно ходить, знаешь, я не слышу змей. О, шишки. Змей-пауков я не слышу, потому что у меня галлюцинация, у меня прет конкретно. О, кокос упали, да? Ну, пока что я не видел еще туземцев больше. Так, кокос падал или не падал, я не понял. Вроде падал что-то. Или у меня реально галлюцинации прет по полной программе. А это куда ведет что-то? Непонятно. Конечно, непонятно, потому что нас прет. Нас конкретно прет. Вон нажрались мяса. 4 куска мяса, а захавал. И перед этим еще захавал 2 куска мяса. О, попугайчик. Нужно возвращаться в лагерь. Ну, бери. Ой, слушай, у меня реально галюники. Погоди, у меня, как ты знаешь, глючит. Я видел попугайчика. А где он, кстати? Я же взял его. А где он у меня? Я не понял. У меня галлюцинация реально прет. О, кабанчик попался. Меня жестко прет. Пойдем длинные палки рубить. Далеко не будем уходить. О, табак, кажется, да? Табачок, он нужен. Я надеюсь, тебе это не галлюцинация. Это реально табак, вот неизвестная трава. Так, изготовить. А, хост. Пойдет тоже. Все дело пойдет. Все пойдет в дело. Так, я рубил деревья? Нет? Рубим деревья? Таскаем длинные палки, заканчиваем наш хибарком. Хибару нужно заканчиваем. Давай, падай. Звуки, знаешь, двойные какие-то, возможно, даже и тройные какие-то звуки идут. А, здесь бросим пока что. Мне нужны пока длинные палки, потом мы заберем все это, что нам нужно. Так, есть толстые бревна, 2 штуки еще. Ох, меня прет не по-детски. Туземцев пока нет, и слава богу. Так, мне нужно же еще. Солнышко светит хорошо, видно хорошо. Галюники прет. Попугаи тоже прут. Вроде видел попугая. А я не смог его взять. Он реально исчез, испарился. Друзья, напишите комментарий, как вам эти звуки. Раздражает вас эти звуки или нет. Но деваться нам некуда. Нам придется дальше выживать уже. Какой день выживания? 87-й день выживания. Нам придется именно уже вникать в эти галлюцинации. Понимать, где галлюцинации, а где нет. Где длинные палки, я не понимаю. Где галлюцинации? Где длинные палки мне нужны? Сейчас сразу нарубим много. Тогда уж точно будет много. Длинных палок принесем домой, веревок мы заберем. А пригодится. О, плюс, вижу, веревка. 3-4 есть. Так, бревна появились. А 2 бревна. 2 пока заберем длинных палки. А, вернемся домой. Так. О, есть. Забираем все. Так, сколько? 4 нахватало. 5 есть, 5. 5, не вижу. Бревно. О! На скале. Все, максимально, да? 5. Бежим обратно. Сейчас прибегаю обратно, а там 10 туземцев сидят. Возле моего костра. Нет, вроде никого пока что нету. А, меня копрют. Так. О, 2. 2 осталось всего лишь. Так, нужно напиться воды. О, там нет воды, кстати. Так, нет воды. Чистая вода есть. Почему в одной? Я не понимаю, почему только в одной, а другие пустые. Так, мне нужна еще одна длинная палка. Одна тут есть, еще одна длинная. Пиявки, да, у меня есть. О, дождь идет. Я весь грязный. Пиявки на мне ползают. Галюники прут. Так, одна пиявка.
Слушай, а что будет, если реально пиявок вообще не убирать? Я реально сам себе усложняю жизнь, потому что я хочу попробовать эту игру на максимальной сложности. Насколько это адски сложно. Так, палочки нахватаем сейчас, палочки. Мне нужна одна длинная палка и готова наша стенка. Слышь, у меня маленькая это уже колбасит под этим звуками. Эти звуки меня напрягают уже. Ну, хотя бы знаешь, что земцев я не вижу. И слава богу. Потому что они меня маленько раздражают. Так, мне осталось... О, ножики валяются. Осталась одна длинная палка. И стенка готова. Так, палочки. Тоже наберем максимально. Все набрали. Добыть сразу. Мелкие палочки добудем. И что мы сделаем? Стрелы. Так, бревна. Давай два бревна вынесем отсюда, чтобы не потерять эти бревна. Броненосец. А длинных палок я больше не вижу. О, длинная палка есть, смотри-ка. Так, у меня много бревен. Можно что-то дальше сооружать, понимаешь? Можно что-то дальше строить. О, меня прет конкретно. Что ты смотришь? Смотри, он смотрит на меня. Смотри, он реально смотрит? А колбасит. Обалдеть. Так, одна есть длинная палка. Пойдем отнесем-ка. Слушай, по таким кайфам у нас реально не будет туземцев. Реальных туземцев, походу, не будет. Потому что я уже сам туземец. Все, готово. О, зава наконец-то появилась. Зава есть одна штука. Здорово. Но это мало, нужно гораздо больше. Давай делать дальше костер, пускай дальше он прогорает. И дальше мы выживаем. У меня как раз есть палки. Ага. Как раз сейчас делаем уголечки. Хватает энергии. А меня привет! Ну ничего, мой друг, мы справимся с этим. Наша здравомыслие все-таки поднимется, потому что, видишь, разжигаем костер, и здравомыслие не поднимается, к сожалению. Слушай, мне кажется, проще было есть сырое мясо. Есть сырое, кстати, человеческое, испорченное сырое. Но есть не буду. Так, пускай прогорает. Пойдем-ка делать наши кирпичики, пока идет дождь, вроде бы идет, да? А, неправильно делаем. Вот так просто. Все. Да, идет дождь. Пускай у нас идет дождик. Мы выкинем сейчас что-то у нас лишнее. Так, одна кость. Камень. Древесный уголь, 4 штучки. Это дело. Ой, мяса вообще нету. Ну знаешь, у меня ничего не падает так сильно. Смотри, протеины вообще не падают. Можно. Есть туземцев. Ну подумаешь, какие-то галюники. Так, пьем воду. Нет, прикольно питаться личинками. Хотя бы минус один здравомыслие. Ну, шиш с ним. Хотя бы нет галлюцинаций этих. А, слушай, а если реально я не смогу обратно вернуться? Нормальное состояние. Так, что нужно сделать? Мне нужно, кажется, вот это сделать сейчас, в первую очередь. Мы сейчас сделаем, и там будет у нас много золы. Да, мне кажется, нужно его сделать. Там будет много золы. И потом, конечно, сможем... О, видишь, как нужно всего 4 кирпичика. Сейчас мы сделаем. Там сделаем костер. И получится у нас много уголечков и много золы. Все, готово. Сейчас мы туда... я не помню точно как. А, просто накидываем дров и все. Сейчас притащим мы толстые бревна. Кажется, 2 толстых бревна нужно. И, в принципе, нормально. Слушай, а по таким кайфам можно поймать рыбку. Вот прикинь, сидишь ты с удочкой, вот такие галлюцинации, ты вытаскиваешь, а там такой большой крокодил. Сожрал тебя. Или, например, поймал сапог, вытащил сапог. Так, добыть. Там будут доски, кстати, доски я пока не буду трогать, пускай они пригодятся мне, чтобы сделать ящик. Так, все, дело пошло. Так, накидываем туда палочек. А, хотя, знаешь, доски можно... О, доски, пошли... А бревно нельзя сразу? Жалко, нельзя. Так, есть у нас пока что палочка.
Меня копрет. Меня жестко прет. Уже в первую серию или вторую серию меня очень сильно прет. Пойдем в лес собирать палки. Ну, под таким кайфом реально у нас ничего не падает. Очень сильно не падает. То есть, понимаешь, все делает и замедляется. Я давно не ел бананов, я давно не ел шишек. Мясо уже сутки как не ем. Ну, эти галлюцинации не очень-то и прикольные, конечно. Еще неизвестно, о чем мне это дело обойдется. Каким боком вылезет. Хрю-хрю-хрю-хрю. О, длинная палка. Так, погоди, мне нужно сперва мелкие палочки не хватает. Так, 4 штуки. Давай отнесем. Длинные палки еще пригодятся при строительстве. Они пригодятся обязательно. Вон были длинные палки есть еще. Так, бросай сюда пока что. А сейчас нахватаем этих мелких. Зажжем нашу печку, пускай она пыхтит. Пыхтит наша печка. Угли пригодятся, и за вам не нужна будет обязательно. О, сколько? 7 уже. Уже 7. Ну, хоть не 37. Вот нет галлюцинаций таких серьезных, да? Можно, в принципе, пройтись по джунглям и посмотреть, какие будут галлюцинации. Да, кабанчик, давай. Тебя зажарим. О, добыть мясо. Свежее мясо нужно обязательно сейчас кушать, понимаешь? Сейчас 4 куска мяса добудем, и мы его съедим. Так, нужно опустить наш селок. Бабочки летают. Кабанчики хрюкают, туземцы где-то у нас шарятся. Побежали мы обратно. Мне нужно сейчас пожарить мясо и приготовить это мясо, чтобы здравомыслие наше поднять чуть-чуть. Но перед этим нужно печку нашу зажечь. Так, все готово. Туземцев не видно. Так, закрываем. Требует уголек. Да не проблема, сейчас будет. Так, использовать. Так, много костей нужно все дело скинуть. И, конечно же, поесть нормального мяса. Давай, поджигайся. О, печка пошла. Все, пускай пыхтит. Пойдем жарить мясо. Пока что у нас горит костер. Нужно успеть. Да, в принципе, я успею. А мясо. Давай-ка. Пошло дело. Все, 3 куска, что ли? Так, я хочу съесть шишек, поднять маленько жиров себе. Я хочу бананы сейчас бегать за бананчиками. Мясо тут еще готовится. Бананы были вон там. И там не было пауков. Так, тут нет бананов. Бери веревки. Есть бананы. Смотри, сколько здесь деревьев, кстати. Колбасы-то. О, муравьи. Я пошел в джунгли, чтобы, знаешь, атмосферу придать. О, вижу кого-то. Вижу что-то. Попугайчик. Я не понимаю, галлюцинация либо он мне не влазит. Да место есть у меня. А, места нет. Пойдем вернемся обратно. Ууу, тут какой обрыв-то. Так, мясо приготовилось, наверное. Нужно пойти его съесть. А, возможно, поднимется хотя бы здравомыслие чуть-чуть. Что за звуки? Двойные, тройные звуки, что ли? Где я бегу? Я не понимаю, где. Главное, вышел домой. О, туземец! Ты что делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ох, галлюцинация просто. Я реально думал, туземец. Он ломал мою избу, понимаешь? Он ломал мой костер. Туземцы так и поступают. Где мое мясо? Мясо пожарилось. Давай заберем мяско. Давай
возле костра посидим, возможно, нормально будет. Здравомыслие поднимется, и, возможно, будет реально нормально. Так. Так. Съесть. Сейчас мы будем, знаешь что? О! Меня отпустило, смотри! Да, меня отпустило! Реально, меня отпустило, друзья. Ну, то есть нашего главного перса, видишь? Все. Маленько чуть-чуть подняли, и все. А, ну чуть-чуть, да, есть голоса. Но это уже не то. Хотя бы, знаешь, звук дождя я услышу. Это уже радует. Я не понял. А это уже, как говорится, пиявка минус 3. И опять же, я плохо себя... Опять плохо слышу, понимаешь? Кто разрушил мою постройку? Что за дичь? Надо защищать свой лагерь, мне кажется. Здравомыслие минус 3, и все, опять голоса появились. Это за пиявок. Реально был туземец, что ли? Я сделал постройку, сделал костер, там много дров накидал. А нету теперь у меня ни черта этого. Так, погоди. Съесть бананы. Да, хочу бананы. Съесть бананы. Подними чуть-чуть мне здравомысленно. Так, окей. Давай попугайчики. Добыть. Пошли в ход попугая. Сейчас два куска мяса пожарим, и сейчас мы накушаемся. Надеюсь, нормально галюки пройдут. Так, сейчас мы накушаем. Можно банан пожарить? Нет, нельзя его. Так, мне нужно супчик сварить. Суп из костей. Давай заберем две. А, не хватает места. Погоди, не хватает места. Много перьев, да? Ага. А, у меня есть. Погоди, сейчас мы сделаем. Я хочу сделать суп. Понимаешь, когда мы болеем... О! Близость огня плюс 2. Все. Маленько отпустило. Возле костра посидим. Но сломали постройку, это реально фигово. Я очень в бешенстве. Я готов убивать. Наверное, все-таки реально были туземцы. Только когда их бьешь, они исчезают. Так, близ огня пускай. А банан заберем обратно. Мясо приготовлено. Сейчас мы накушаемся. Еще два куска мяса. Правда, все это уходит в унитаз, потому что есть. О, плюс 5, смотри, поднялось. Все офигенно. Но сейчас я съем еще супчика. А, пить хочу. Пойдем наберем фляжку для... А, погоди, мне нужна тара. И мне нужно набрать воду во флягу. Бидон верни обратно. Так, все, грязная вода есть. Пойдем-ка сделаем себе супчик, сварим. Накушаемся, из костей поднимемся и жрым, и заодно как раз... горячий суп, он всегда, знаешь, вкусный. Так, погоди, сперва нужно скипить воду. Давно этого не делал, но видишь, это нужно сделать. Так, и закинуть косточки. А, чисто. Погоди, а я хочу кинуть кости. Что за крики? Так, мне не получается сделать суп. Ну-ка, погоди, еще разок. Чистая вода. Грязная вода. 0 из 10. Близ огня плюс 2. Все чудесно. Так. Уничтожить. Не будем делать суп. А, нужно сделать снова печку, друзья. Обалдеть, я очень злой. Туземцы, я вас убью, реально. Так, окей, все. Как говорится, мы побыли в шкуре абориген. Туземцев уже точно, 100%. Потому что, видишь, какая дичь происходит там. Так, заберем все эти палки. Очень много, конечно, дерева я потратил в этой печке. Но деваться некуда. И, конечно, приходится все заново. Так, заберем десяток. Да, друзья, уже на этом ноте мы закончим. И продолжим в новой серии по зеленому аду. Спасибо, кто смотрели до конца. Спасибо, друзья. Пиши комментарий, ставь колокольчики. Всем удачи и всем пока.